Следующий раунд. Уровень 2, этап 1. Нужно подложить 3 конвейера. Проложить 3 конвейера там, где места хватает только для двух. Что же делать? Угу. Да, их можно создавать. Серьезно? Не читерство. Я думал, только столько, сколько дают, столько и дают. Можно создавать. Ладно. Значит, главное их. Перекинуть я их так, конечно, не смогу. Ну, как-то так только его пробросите. Так он будет мешаться. Если я уже не смогу его соединить. Только если их перекидывать вниз. Он тоже не перекинет. Допустим. Два перекинем. Как-то не так. Как-то не так. Так как-то тоже, наверное, не так. Но у меня будет проблема. Так, а третьим надо как-то ползти, да? Переместиться вниз. Он тут немножко пройти и обратно наверх. Но это не точно. Здесь тогда только один сможет пройти. Пойдет.
Второй также пройдет. А третий нет. Следовательно, здесь, наверное, надо покороче эти делать как-то. Как-то не так. Так вообще смысла нету. Как минимум. Попробуем наглядно посмотреть, как это выглядит. Как две еще докинуть. По-любому одна должна куда-то уходить наверх. Но скидывать на эту ячейку вряд ли он будет, на вторую. Потом нам ее не скинуть будет. Допустим. Так еще хуже. Надо как-то с этим вот разобраться. Так не очень. Допустим, как-то примерно так. Будет по прямой. Этот уже этот будет мешать. То есть он здесь перепрыгнет, а второй уже так не перепрыгнет. Этот сможет уйти обратно. Таким методом. Куда-то там уйти. Второй тоже так сможет перепрыгнуть. А третий нет. Значит, должно быть как-то зайти, выйти, здесь выйти. Что-то типа такого. Но потом этот должен уйти вниз. Вверх, вверх.
третий как туда пропихнуть. Так же как-то. Как здесь вниз. Меняем. Право направо и все. Больше ничего. Допустим, это растянем подальше. Это дальше нам не растянуть. Максимум. За толка особого нету. Низы не пройдут. Если, может быть, вниз-то и не надо, может, надо один, чтобы прошел так. Допустим, он туда подальше. Да, эти маленькими рожками. Да. Так вот они должны пройти. Здесь, собственно, так же. Надо здесь смотреть, кто куда идет. Верхний должен попасть вниз. Сюда. Второй. Этот. Самый нижний. Можно наверх убрать. Третий, а второй. Пока проложим, допустим, по прямой. Таких. Этот должен попасть на самый верх. Выбираем. Выше все равно не получается.
в принципе, можно эту перекинуть. Как-нибудь так. Вообще просто пройдет без преград. Кто у нас? Самый верхний. Второй. Здесь выходит и все, и упирается. Нельзя. Куда бы попасть? Вот так выйти тут. Округлиться уже не получится, если... хотя нет, эти ближние-то они, да, здесь нельзя, если через одну перепрыгивать, так-то получится. К этому дошли, остался верхний у нас, верхний к этому тяжело будет через верх. Вниз должен пойти. Да, вот вроде и сделали. Так, ну, я почти уверен. Все хорошо. И все хорошо.